Здравствуйте, уважаемые косметологи, с вами компания Lantana Group. И сегодня мы с вами поговорим об ассортименте СОС-средств из бренда «Доктор Кадир». В практике каждого косметолога бывают ситуации, когда нужно быстро-быстро устранить раздражение, устранить покраснение, устранить воспаление. Ну, таких ситуаций не так много, но все-таки они есть. Это обветривание, это какие-то солнечные ожоги, необходимость экстренного восстановления кожи после агрессивной процедуры. Или, например, приходит очень такой эмоциональный клиент: ах, выскочил прыщик, нужно срочно делать что-то такое, что-то предпринимать, поскольку у человека ответственное мероприятие, и нужно достойно выглядеть, а тут этот злосчастный прыщик испортил всю картину. Ну и, конечно, успокаивающие и противовоспалительные средства с быстрым эффектом. Как их использовать, вы все хорошо знаете. Конечно, я прокомментирую каждый продукт, о которых сегодня пойдет речь. Ассортимент их не такой большой, поэтому вы не успеете устать. Итак, прежде всего, это наш ведущий СОС-продукт, это гель, успокаивающий гель с кактусом, артикул 388, объем 330 мл. Это must-have для каждого косметолога, потому что он дает очень широкие возможности. Многофункциональный продукт, который и оказывает мощное увлажняющее действие, и успокаивающее действие после агрессивных процедур, после солнечного воздействия, после обветривания, после обморожения. Активные компоненты этого геля – комплекс аквакоктин, который получают из кактуса опунция, экстракт алоэ, обладающий регенерирующим, смягчающим и увлажняющим эффектом одновременно, экстракт календулы, пантенол, мочевина, аллантоин и глицерин. Этот прекрасный гель великолепно увлажняет, успокаивает кожу, стимулирует заживление и регенерацию, обладает противоаллергическим эффектом, противовоспалительным действием, уменьшает раздражение и покраснение. Поэтому его применение оправдано после каких-то пилингов, после чистки, после каких-то масок, которые предполагают интенсивное отшелушивание. Можно, кстати, после инвазивных процедур, после инъекционных каких-то практик. Тоже будет очень здорово. Поэтому, если вам нужно быстро успокоить кожу, быстро снять раздражение, это продукт номер один. Его можно использовать как в качестве средства завершающего ухода, так можно использовать под маски, можно использовать под аппараты. Прежде всего, под аппарат фотохромотерапии, то есть под аппараты, которые используются бесконтактно, они не прикасаются к коже. Допустим, вы можете нанести какое-то количество этого геля и в синем или в зеленом спектре выполнить процедуру фотохромотерапии в течение 10 или 15 минут. Но, в принципе, даже без фотохромотерапии этот великолепный гель даст прекрасное успокаивающее действие. Его можно также назначить для увлажнения кожи, не только для того, чтобы дать успокаивающее действие, но и для увлажнения кожи. И прекрасно можно выполнить по этому великолепному гелю массаж. Поэтому вот один продукт и сколько разных способов применения. Поэтому это абсолютный must-have. Можно наносить на любой участок кожи. Следующий продукт, тоже СОС-маска, это успокаивающая маска каламина. Представлена в двух объемах. Профессиональный объем 250 мл, объем для домашнего применения 75 мл. Очень красивая маска с нежным розовым цветом, предназначена для раздраженной, чувствительной, требовательной кожи с куперозом. Можно использовать для кожи с розацией. Активные компоненты этой маски – это алоэ вера, аквакоктин, каламин, масло семян конопли, цинк, витамин В3, альфа-бисоболол и витамин Е. Маска улучшает барьерную функцию и иммунитет кожи, прекрасно увлажняет, стимулирует заживление, устраняет раздражение, оказывает мощное увлажняющее и успокаивающее действие. И также, конечно, смягчает кожу. Способ применения маски достаточно простой. Маску нужно равномерно распределить по чистой подготовленной коже лица, избегая области век и губ, и оставить для воздействия на 15 минут, после чего смыть водой и протонизировать тоником, соответствующим типу и состоянию кожи. Следующая маска, тоже с СОС-эффектом, это увлажняющая маска «Аквакактус», которая подойдет прежде всего для комбинированной и жирной гиперчувствительной кожи с сосудистым компонентом. Представлена в двух объемах.
Артикул 952 и 392 для профессионального применения 250 мл, для домашнего ухода 75 мл. Она включает каолин, комплекс аквакоактин из кактуса опунция, витамин Е, диоксид титана и пигмент ультрамарин, который придает маске нежный-нежный сиреневый цвет. И, кстати, вот ультрамарин сам по себе, он не только пигмент, он как раз оказывает мощнейшее успокаивающее действие. Вот эта маска, это не только сос-маска, которая успокаивает и восстанавливает кожу, улучшает состояние капиллярной стеночки, устраняет раздражение, покраснение, выравнивает тон лица, но прекрасно контролирует выработку себума и очищает от загрязнений. То есть это еще и детокс-маска. Способ применения классический. Маска наносится на всю поверхность кожи лица средним слоем, избегая области век и губ. Оставляется для воздействия на 15 минут, после чего ее необходимо смыть водой и протонизировать кожу тоником, соответствующим типу и состоянию кожи. Еще один продукт, который я также причисляю к сос-продуктам, это черная маска с пробиотиками из серии «Биом Кальмин», артикул 974 и 453, представлено в двух объемах 250 мл и 50 мл. Поэтому есть вариант для салонного применения, есть вариант для домашнего использования. В составе альфа-глюкан. Альфа-глюкан – это мощнейший успокаивающий компонент, комплекс «Прорынью». Комплекс «Реномер» – это мощнейшие увлажняющие комплексы. Экстракт опунции, лактобактерии, аллантаин, витамин Е, каолин, цитрус, глицерин. Несмотря на то, что в состав маски входит каолин, эта маска не застывает в корочку. Вот она сохраняет свою мягкую кремовую консистенцию. Обладает черным цветом, поэтому каолина там совсем-совсем немножко. Она и увлажняет, и поддерживает микробиом, устраняет раздражение и покраснение. Обладает хорошим антивозрастным эффектом, стимулирует синтез собственного коллагена, собственного эластина, дает осветляющее действие, улучшает цвет лица и повышает тургор кожи. Купирует различные покраснения, в том числе улучшает состояние кожи при такой проблеме, как купероз. Обладает хорошим регенерирующим действием. Хороший дает при том детокс-эффект, и всегда это будет маска выбора. Допустим, если у вас очень чувствительная кожа, и вы понимаете, что даже смывать маску будет трудно с поверхности лица, потому что кожа будет реагировать на прикосновение. Вот если у вас именно такая ситуация, что нежелательно даже лишний раз прикоснуться к такой воспаленной коже, то это будет как раз маска Биом Кальмин. Вот опять, это многофункциональный продукт, который является и сос-продуктом с выраженным успокаивающим действием, и прекрасным анти-эйдж-продуктом, и прекрасным продуктом, который поддерживает микробиом, то есть не дает размножаться различным патогенам на нашей коже. Способ применения. Маска наносится на всю поверхность кожи, избегая век и губ. Время экспликации от 10 до 20 минут по желанию, после чего маска смывается обильным количеством теплой воды, и затем кожу необходимо протонизировать. Молочная маска – это тоже мягкая крем-маска, которая не застывает в корочку, тоже сохраняет после нанесения свою кремовую консистенцию до конца времени экспликации. Артикулы 911 и 380, профессиональный объем 250 мл и домашний объем 50 мл. В составе экстракт алоэ и овса, масло жжоба, молочная кислота в количестве 10%, витамины С и Е, глицерин и диоксид титана. Поэтому маска также великолепно осветляет, смягчает кожу, замедляет старение, повышает местный иммунитет, улучшает состояние микробиома, устраняет покраснение, раздражение, дает хорошее осветление и увлажнение за счет присутствия молочной кислоты. Способ применения точно такой же, как и всех других масок, о которых сегодня шла речь. Маску следует нанести на чистую, подготовленную сухую кожу, избегая области век и губ средним слоем. Оставить для воздействия на 10, 15 или 20 минут, после чего смыть теплой водой и протонизировать кожу. Еще один великолепный продукт – это сос-продукт, это капли ресвератрол. В комплекте две
2 флакончика по 10 мл. Артикул 443. В составе ничего нет, кроме чистого ресвератрола. Поэтому это продукт, который обеспечивает быструю регенерацию, прекрасно устраняет раздражение и покраснение, улучшает состояние сосудистой капиллярной стеночки, препятствует фотоповреждению и восстанавливает кожу после фотоповреждения. Устраняет воспалительную сыпь, можно применять также в комбинированной терапии акне, мощный антиоксидант и обладает прекрасным омолаживающим действием. То есть это тоже продукт на все случаи жизни. Достаточно несколько капель нанести под крем, под сыворотку, под маску или в качестве самостоятельного средства ухода. Вот такой широкий спектр применения этого замечательного продукта. Ну и вот на тот случай, если вдруг выскочил прыщик, и нужно его удалить быстро, сделать так, чтобы этот прыщик ушел так же быстро, как пришел, для этого я рекомендую лечебный гель из серии B3, предназначен он для проблемной кожи. Его можно использовать для локального или для тотального нанесения самостоятельно, либо под крем или под мейкап. Артикул 329, объем 30 мл. Продукт упакован во флакон из экологического стекла с очень удобным дозатором. В составе пантенол, масло лаванды, фарнезол, аллантоин, масло чайного дерева, масло тимьяна, масло ладана. Это прозрачный, очень комфортный гель, который не обладает излишним подсушивающим действием, но поскольку тут присутствует фарнезол, то есть компонент, который активен в отношении практически всех патогенов, которые мы можем встретить на коже, это и эпидермальный стафилококк, и пропионибактериум акнес, и грибковые микроорганизмы, поэтому он дает такой быстрый сос-эффект. На этом мы с вами закончили обзор продукции для экстренного применения из бренда «Доктор Кадир». И я прощаюсь с вами. До следующих уроков.